часах скоро будет 11 ночи. Дамирчик собирается купаться. Кот тоже, по-моему, собирался купаться. Я варю картошечку Володьке. Вот, завтра на тормозок. И подышать картошкой. Вот как раньше. Наши старые светские и детские времена как-то дышали над картошкой. Еще буду варить яички, буду готовить мясо. Порежу чесночка, сыра, порежу хлебушка. И будет у него тормозочек такой. На завтра на работушку. Вот. Володька, правда, уже вырубился, но сказал, типа, разбуди меня. Как картошка сварится, говорит, не обязательно подышу над ней. Простыл, с носом проблема, вот. Может, действительно поможет. Что такое? Что ты, Бубу, там рассматриваешь? Дамир в воде ковыряется, песни поет. Все нормально, все как у всех. Кстати, по поводу супа. Суп оказался действительно очень-очень вкусным. Все покушали. Каннибалы. Каннибалы. Так вот, супик оказался очень вкусным. Мы все покушали. Даже Бубу. У него тоже супик в мисочке. Так что... Бубу, своими когтями. Ты шо? Короче, как-то так. Всем спокойной ночи. Туда-сюда, и уже через часок-другой наступит. Уже почти 11. Через полтора часа будет уже... Уже будет воскресенье. Да, что ты хочешь сказать? Подписчики, если вы... Называйте Red Bank с носайком. Неправильно вы называете. Надо говорить не Red Bull. Red Bull, да? Red Bull. Надо говорить Red Bull, а не Red Bank. А с любовью. Поняли? Учите английский. Нет, так слово бар это так по-другому мяч. Бор. Бор это мяч. Бор. Все правильно. Вот футбол, бор. Баскетбол. Бол-бол, да? Бол. Там есть бол-бол. Да? Бол-бол-бол-бол. И а там, и там бол, поэтому футбол, баскетбол. Все, все, друзья мои, я буду заканчивать свои домашние дела. Дамир будет купаться. Дамир будет купаться, Володя дышать над картофаном, я буду заниматься тормозком. И всем спокойной ночи. Давай, делай, как ты хочешь. Дамир сказал. Это все? Ну да, какой-нибудь голос был. Сейчас будем проверять, какой у Дамира голос был только что. Упс. Я случайно на запись нажала, вместо того, чтобы открыть видео.